Иногда ты видишь свой путь, знаешь, куда он ведет. Только решишь, что нашел свой путь, жизнь подкинет тебе новый. И вот это ощущение, когда не знаешь, что будет дальше там впереди. И что тогда делать? Не сдаваться. Быть готовым идти дальше. Делать, что должен, да? Да. Каждый должен следовать зову судьбы. Следовать велению души. Может, я хотела доказать, что я на многое способна, чтобы, глядя в зеркало, видеть человека достойного. А после дал себе слово, что больше не буду бояться ничего в жизни. На свете мало невозможного. Сложнее всего сделать самый первый шаг. Потом будет легче, поверь. Нам будет трудно, но ты не волнуйся. Взгляни на звезды. Великие короли прошлого смотрят на нас с этих звезд. Когда вдруг станет одиноко, просто вспомни, что они там и всегда готовы указать тебе верный путь.